смотрите, если мы в день 2 миллиона 500 тысяч зарабатывали в день, сейчас мы зарабатываем, вот на сегодняшний день у меня за вчерашний 2 миллиона у меня 160 тысяч. Вот за вчерашний день. Мы, допустим, Тулпар ЦДС, это лидеры среди перевозчиков. Это мы самые, вот у нас больше маршрутов, больше машин. В начале, когда открывался вот транспортный холдинг, сказали, будет до 700 человек контролировать вот пассажирские перевозки. Но на сегодняшний день 370. Вот сейчас мои коллеги скажут, каждый из них вот скажет, что в нижней части города нету ни одного, допустим, в утренний час пик бывает, но после этого их не бывает, не проверяют. Люди как хотят, так и ездят. Вот. Кто оплачивает, кто не оплачивает. Мы все ожидали от того, что онлайн приведем порядок, будем иметь повышение 30-40%. Мы сейчас на данный момент те деньги, которые собирали, даже их, не да, их сейчас мы 40-50% только собираем. Сейчас даже водитель скажет, не выходи, он машину вытолкает на улицу и выйдет, потому что ему выгодно, сейчас ему попадает. Нету контроля, бесконтрольно они сами на свой карман зарабатывают, нам ничего не приносит. Мы с тех денег, которые ходим, нам платят, мы оттуда еще 20% платим зарплату водителя. 10% ходим забирает, 20% забирает водителей зарплату. Еще они сейчас наличку. А мы не можем проконтролировать, потому что функции контроля переданы холдингу. Если, например, ситуация сохранится вот так вот, просто мы физически не сможем выехать. Нету денег, а как мы будем автобус заправлять, а как мы будем запчасти на что покупать? Доллар подорожал, 365 тенге. Все запчасти мы покупаем из-за границы. Никто не заботится о нас. Проезд мы не можем поднять, потому что народ будет возмущаться. Если по-хорошему, проезд должен стоить где-то около 300 тенге. Тогда у нас будет бизнес рентабельный, окупаемый.